Вот. Это вот, в общем, я вот такая вот на регистрацию, да, нашего брака. В таком образе. Может быть, конечно, не очень, но мне кажется, ничего, неплохо, в принципе, да? Да. Ну, это же, как бы, ресторан у нас на другой день, поэтому, да? Вот, матрешки. Матрешка моя. Все, пока-пока. Хочу поделиться покупками. Конечно, куда же без тебя, Мурзик? Брюська? Ну, что ты на меня лезешь? У нас тут, видишь, какой бардак. Свабью скоро. Свабью. Сейчас нет, видео выйдет попозже, получается, уже после, потому что у нас с трафиком, с интернетом вообще никак не лады. Я сижу через модем, то есть вообще, ну, короче, там поломка. Мурзик, дай я сниму видео, а ты иди. Иди давай. Давай. Так. Купила я сестре, ну что такое, вот, клубнички, как они отрываются, да, записные, 10 лет моей сестричке. Брюсечка, кусаться не надо, Брюсечка, давай, Брюсечка. Свали давай отсюда. Вот такие красивые закладки. Бог ты мой. Вот такие вот красивишные закладки. Кошечки. Вот на Брюса похож. Магнитные они. Офигенные. 130 рублей. Отойди, пожалуйста. Давай быстро. Что ты мне подмигиваешь? Жопу свою вытаращил. Что такое? Брюс. Опять лезет. Толкает руку. Так, все. Вот такой блокнот купила ей. Повезу в Калининград. Супергерл. Вот. Жвачки видела Ловис. Вспомни детство. Так, это Ксюша. Я ввести буду. Сейчас покажу, что себе купила. Брюс! Не... На, вон туда. Брюс, сиди на месте. Только сейчас что-нибудь достану, опять начнется. Следующий пакет, бижутерия. Значит, я расписываться решила с таким ободком. Одену сарафан свой новый, совершенно нового, никуда не одевала еще. Вот, этот ободок стоит, видите, 900 рублей. Ну, хорошее качество, ничего не скажешь, очень красиво. Это такой, потом другой, как венок, что ли, да, как назвать. Это я мужу покажу. Вот, он не как ободок одевается. Он, мы решим, как что. С другой стороны. Не, ну это оранжевый. Все-таки. Может быть, с чем-нибудь носить. В общем, взяла две вот такие штуки. Вот. 250. Блин, я думала, 180. Кошмар. Далее, сережки. Значит, к этому ободку, то есть на регистрацию я буду в розовом. Я взяла вот такие сережки. Так. Как правильно. Очень громоздкие. Ну, я люблю громоздкие. Что тебе там в пакете нужно? В сумке, точнее. С такой сумкой я хожу. То есть мне очень удобно. Ну, в общем, они вот такие вот, видите? Началось. Нельзя! Ну, брысь! Нельзя! Вот такие. Красивые. Очень красивые. Очень длинные такие вообще. Жесть. Вот моя рука.
Сзади вот так. Вот. Далее. Блин, у меня вывалились пакета. Что за продавщица? Все потрепалось. Изначально я приметила вот такие. Вот видите, здесь рисунок дама нарисована. Вот такие я изначально вот под них. Может быть, скорее всего, я их и одену. Мне кажется, она так красиво будет смотреться. И вот вторая. Растрепались. Надо их намочить, наверное, они. Может быть. Не отдает как-то. Не берет. Ну, в общем, здесь девочка нарисована. Вот эти штуки стоят 350 рублей. Вот что я сейчас держу. Вот эти 500 рублей. Вот эти вот большие. И, естественно, я не смогла пройти мимо. Взяла еще, но только немножко другой дизайн. Блин, не соединены, что ли? Ну, вот эти вот, которые сейчас в моде. Такой березовый, что ли, цвет. Ну, тоже наверняка вы их увидите у меня во влоге. Каком-нибудь я их одену. На это на повседневку я взяла. Хотя повседневно надо носить, конечно, золото или серебро. Да, Брюська? А? Кукусечка мой, зайка. Не могу без тебя, так тебя люблю. Брюсечка, что, чай будем пить? Скоро папа придет с работы. Может, тебя пойти помыть под водичкой холодненькой? Ну, тепленькой. Пацан не любит. Ну, вы видели. Был запрос, я вам сняла. Как Брюс купается. Да, Брюсик? У меня такая беда с этими мышцами. Стоит какой-то ветер подуть, и меня начнут продувать. Вот если я купила, уже психанула, как всегда. Вспомнила, что когда-то там, по-моему, это был 2008-2009 год, я покупала такие штуки, и все, и потом спустя время перестала. Более того, я вот такие штуки тоже себе прогревала, горчичные. Ну, дома так поставишь, мышцу прогреешь. Вот, и вот сейчас я одну поставила, вот она открытая. Пока сильно не жгет, но по моей памяти она должна потом разогреться сильно. Вот еще две, на всякий случай. И мне в аптеке это продала фармацевт. Пластырь разогревающий Валентина Дикуля. Написано, что 3 пластыря, а в упаковке почему-то показания для снятия боли и воспаления на длительное время при следующих заболеваниях, боли в суставах, мышечной боли, не мышечной боли, боли в спине, ну тоже, да, артриты, артрозы, люмбага, мышечные блокады. Вот. Но почему-то здесь один. Я не знаю. Может быть, здесь, а 3, но что-то как-то странно. И образование позвоночника. Вот состав. Гликоль, салицилат, элментол, ваниловый, бутиловый эфир, экстракт перца. Он тоже перцовый, но его цена уже подороже. 274. Пластырь перцовый выгоднее покупать. Они же их не хотят. Ну, сами вы знаете. Где тут? А где-то я читала другой состав. Здесь, что ли? Здесь состав получше, так-то. Смотрите, здесь экстракт перца, стручковый экстракт красавки, метилсалицилат, масло мяты, камфора, вспомогательные вещества. Этот лучший состав, мне так кажется, пока. Из-за того, что здесь мята и камфора. Ну, а да, она же и будет давать сильный эффект, но нам же надо, чтобы быстрее нам, правильно, все боли прошли, потому что от этого же маленькая температура поднимается, когда мышцы, ну, всякие миалгия, да, и называется, еще какие-то там есть названия. Маленькая температура, и вот эта слабость, все равно, вот это все ноет, ой, поэтому. Так что пока у меня сильно не греет, но уже этот, чуть-чуть начинает разогреваться. Даже боюсь, не знаю, выдержу или нет, потому что здесь написано, что можно ходить 2 суток. Носит до 2 суток при отсутствии сильного раздражения. Ну, сейчас жарко, конечно, все. Не знаю, я, короче, не уверена, что я смогу спать в нем. Ну, попробую, если что, отдеру.
Тоже кусали? Такие розочки мне подарил мой зайка. Яркие-яркие, такие классные-классные. 15 розочек здесь. На день рождения, в смысле. Блин, очень рада. Цветы мне очень понравились. Мне нравится то, что они такие переливные, такие красочные. Когда он приехал, говорю, покупал, что их только привезли вчера. Так что пахнут очень вкусно. Вот. Высокие. Эти почему-то, что на свадьбе мне подарили, они как-то поникли, я уже и аспирин туда бросила. Не знаю, подрезаю, воду меняю, что-то как-то не то. И вот эти тоже на регистрации, ну, конечно, ну, вот они как-то... И все. И все. У нас покупки в очередные в Магните. Это не в Магните мы купили, это Гиро. Это сейчас чаем попьем. Дома целый день не было, поэтому... Ничего не приготовлено, поэтому сейчас чаем перекус. Так, масло, подсолнышко, спрайт. И потом святой источник. И себе взяла Вкуснотеево питьевой йогурт. Взяла, кстати, первый раз, всегда она такое не пробовала. Вкус от этой фирмы. Я взяла с черникой, 100% с черникой написано. Так, акция потом. Томатный сок. Фруктовый сад, 2 балла, говорю, большую упаковку. Так, хинкали, девочки, потом соус чесночный с пельменем из мяса и птицы, в общем, чесночный соус, ну, это вот хинкали, да. И я взяла попробовать чай от Липтон, Black Tea, благородный и изысканный, черный чай. Бергамотом или пескаментиком. Блин, а я вроде белый брала. Не поняла. Капец. Попробуем, ладно. Так. Вот такие покупки у нас в магазине Магнит. А у тебя там что? В черной сумке достанет, что убрала? Арбуз, картошка. Далее. Это у нас что? Кувшин. Да, кувшин взяла, хоть пластиковый пока. Так, мастер блеск, губки универсальные, 5 штук. Сгущенное молоко. Дальше это у нас Glade. Устранение запахов, аромат, дизайн, свежесть белья. Вообще, при мне лучше не включать, когда потом... А то я буду задыхаться. Эта штука у нас что такое? Стретч пленка. Она такая большая. Вообще пипец. Пипец. Корм. Сколько таких штук? Много? Ты взял. Молоко, виноград, майонез, сметана. Может, ты пойдешь, пройдешься, как бы это... Для мытья посуды с ручкой. Так, оладьи с пылу жару. Домашние 280 грамм. Это брюсу. Брюс. Томки. Зелень. Ой, вывалилась вот такая штучка. Губка плетеная. Потом заправка на борщ. Очень мне нравится для борща, да, от Маги. Так, 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 так. Это у меня носки. Такие вот трусики. Интересно, сколько эти трусы стоили? Надо посмотреть. Такого хорошего качества. Дальше. Носков двое было вообще-то. Шоколадка. Вот это мы, конечно... 5000 там оставили. Да? Зелень. Дальше здесь я купила подставку наконец-то для кухонных приборов. Сушилка для столовых приборов. Металлическая.
Так, корма, корма, пакеты, мешки с завязками. Оп. Раз, корм, два, корм, три, корм, четыре и пять. Вот таких три штуки горошек. Универсальная целлюлозная. Порошок Фанта. Далее. Арахис, морковка на суп, перец на суп, копченая курица, яблоки, мыло, киска, декоративное мыло кот, номинальная масса у куска 90 грамм, это подарок. Потом Активия, это мороженое, и это как ее, гречка. И тут еще котлеты по-киевски со сливочным маслом. Уже тают. Вовсю тают. Переходим сюда. Здесь томатный сок от фирмы Остров Калибри. Далее морская капуста здоровья без уксуса. Альпика освежитель воздуха антитабак. Нарзан. Классный, понравился мне. Правда, говорят, что они натуральные же. Капуста на борщ и свекла. И колбаса. Колбаса. Называется сервелат финский. Все, кажется. А, ну тут еще. Тут еще. Да Брюсу, смотри, Брюс. Кс-кс. Это им в лоток убирать. И домик Максу. Это уже зоомагазин. Брюс, смотри, какой домик. Вот такой домик. Вот, деревянный. Написано коттедж из древесины для морских свинок и так далее. И шиншилл, что ли. Вот он. Окошки тут дерево. Прикольно. Так, здесь у нас ваза. Это мне подарили. Опа. Не было вазы, хоть какая-то ваза появилась. Правда, она... ну так, хрупенькая. Просто. Очень хрупенькая. Фу, устала снимать. Устала. Это... Так, магазин «Вершина». Называется «Мук». Катя, как всегда, приспичила этот... как это называется? Ну, вышли, выйти погулять и этот... Что ты там выглядываешь, а? Я не пойму. Вышла вечером погулять и деньги спустила. Так, зубная паста Лакалют. С альпийскими горными минералами. Укрепляет эмаль. Вот для чего я ее купила. Чай Ахмад Ти, зеленый клубничный мусс. Так, вдохновение любимое, пирожное. Значит, здесь у нас шампиньоны по-корейски, потом салат вкусняшка и салат винегрет, жвачка, орбит, ягодный микс. Все, кажется. Офигеть. Чай будем пробовать. Ну что, дорогие мои, очередная стопка лекарств. Так, я себе купила шиповник, сироп шиповника от фирмы «Природная помощь», отпускается без рецепта, 250 миллилитров. Вот бат к пище, состав: сахар, вода, очищенный экстракт шиповника, премикс витамины, лимонная кислота, источник B1, B6, BPP. Нет, ну такие штуки, это ладно. Это понятно. Дальше хлоргексидин тоже понятно, это антисептик. Аспирин тоже понятно. Температура, потом я их еще кидаю в цветы. Они у меня улетают, я в цветы кидаю в эти
Дальше, ацикловир при герпесе, противовирус, это тоже понятно, все это ничего страшного, муравьиный спирт, тоже это мне стандартные как бы вещи, потом ципрофлоксацин, вот 29 рублей, я о нем уже снимала видео, это капли глазные при конъюнктивите, ну я их просто глаза очищаю, чувствую, что начинается конъюнктивит, а после туши, вот у меня бывает грязь занесенная, после дачи, после природы, должны быть дома, это тоже все, это так, потом, блин, левомицетин, что она мне дала тут, я что-то не пойму. Это что, капли глазные? Хлорамфеникол. Боже. Тогда я первый раз девочки увидела. И как же таким капать? Бог ты мой. Купила на свою голову. Господи, как в советское время. Тоже, короче, я этими глазами капаем. Я там или мужу, когда у него что-нибудь попадает, например. Вот. Далее. У меня болит шея, но это мышцы, все понятно. У меня воспалился лимфоузел. Уже достал, болит, болит, болит. Грамидин с анестетиком. Так, взяла, что ангина. Сейчас времени нет болеть. Поездки, то все, нужно как-то и вот этот. Потом Барбарис Комп и Оф Малыш. Показания комплексной терапии гипертрофии аденоидов, хронического тонзиллита, ангин. Это вот миндалин, да. Состав непонятнейший. Вот. Потом гомеопатический препарат взяла я. Это для миндалин как бы. Вот они, таблетки. Буду принимать. Потом хлорофилит. Полоскать горло местно, наружно, внутренний рассор для приема внутрь. Кстати, я там читала, что его можно во влагалище, по-моему, при эрозии шейки матки. А эрозия шейки матки, сколько мы знаем, тоже у многих женщин, если не у всех, хоть раз в жизни была, или вообще люди раньше так у меня с ней жили. И вот для лимфоузлов гомеопатическое средство 470 рублей, лимфомиозид. Еле нашла, девочки, в 4-й аптеке рядом со своим домом. 20 капель растворить 10-100 мл воды раза в день. Вот. Это для лимфоузла. И плюс еще это средство. Оно, во-первых, хорошее, его хвалят, но принимать нужно несколько месяцев. И плюс это средство еще очищает организм. Вот. А состав фиг поймешь. Ну, то есть эти Вероника, Мироника, вот эти всякие, не на русском написано. Достал мне этот лимфоузел. Тоже, блин, проверять надо. Он уже давно у меня. Я его с горлом как мучаюсь, так и лимфоузел. Ну вот, лимфоузел меня бесит. Это вот по этой теме. Так, шиповник попить, что ли, налить?